Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Индонезию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с модом Beta Balanced Game. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не с самого начала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на нее есть в описании к этому ролику, либо появляется в верхнем правом углу. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. На счет или я могу атаковать? А смысл? Так, сколько ходов там осталось? 7. Ну, я одну очко как-нибудь уже заработаю. Так, гавань есть промышленная. Так, торговца. Торговца давайте. Нормально, я пингалу так и не назначил. Так, в тубан. Виктора. Что это за религия? Буратино телекоманда там. Ну, кто знает итальянский, поймут. Да, я уже полез. Гулить полез. Не, зачем? Напрямую Google Translate. А, он уже походил. Что-то китайцы все пищали. Он все во флотоводцев вложил. Китаец. Да. Кто там спрашивал китайцев? Блин, какой у тебя кампус офигительный, все они. Плюс ноль. Да-да-да. Он был там был под бафом правительственной площади, потому что ППшка стояла. Ну, то есть был плюс один, да? Потом еще промзона становится, центр коммерции.
Все, тут еще, там... Пусти получ... Тут... Рифни... В Шиньяне и в Гуанчжоу. А Шен там уже вовсю... Туристами бал... Баловник такой, да? Как-то так. Может, это какое-нибудь чудо? Блин, ну тут так все. Понимаю, Мачу-Пикчу уже все построили. Я же говорю, тут территории ни на кампуса, ни на промзоны, ни на что. Три города. Да. Вариантов не было других. Давайте амбар. Даже... Поставить один. Но почему ты на меня-то нападал? Там у тебя есть соседи. Я, например, Норвега нашел только когда уже в твою сторону флот построил. Даже уложился. Мне дало плыть до Норвега. Там 20 клеток. На Норе я просто не пройду. У нее городов нет на побережье. А идти пешком, тут проход в одну клетку. И еще 5 гор над этим проходом. Ну, ты сейчас увидишь, ты захватишь, ты увидишь, какая это территория. И самое главное, можно было бы расставить города вдоль побережья. Но там лояльность от Франции идет уже минус 20 на всех местах. Понятное дело, там... Города такие вкусные, вкусные. Ну тут столица рядом. Города большие так. То есть я сейчас закончу, я выложу крин, если кому-то интересно, если вы вдруг не доиграете. Нет, так я ж не спорю, что у тебя плохое место, ну. Но... какую-то цель выбрал для атаки. Я все-таки считаю. Да неужели? Это мисклик был. А что ты сделал? Так, верфи строить, пошли в индустриализацию, наверное. Что тут? Каменоломни производства. Ну, кстати, да, 437 это неплохо, в каком-то ряде. Надо амбар. Чтоб вырос до 7, я гавань тут мог построить. Так, здесь. Кампус. Ну, вообще, вот тут кампус на плюс 3 вполне становится. То есть сюда бы лян определить, да? Да, место у Франции в море. Так и у меня место есть, понимаете? Если бы я себе не пришлось воевать с Китаем, я бы тоже расселялся. Сколько у тебя градов? Своих у меня 6 в итоге. Понятно, да, так есть.
Крия, давай альянс. Какой? А там немного вариантов. Там экономически ты остался. Добрый день. Ух ты. Тоже с кем-то воюет. Да, ужас. Так, а Окленда нету, да, на карте? Ребята города стирают земли. А кто с кем там воюет? Я пока Рим с кем? С Нуби? Со мной, с немцем. А, с ним? А где? А, я немца только Магдебург вижу. Как? Ты же со мной союзник. Ну, я только Магдебург вижу. Правильно. А он союзник, то у тебя... Ты территорию-то его не видишь. Там вся территория открывается, которую я вижу. Да, фигушки. Или только на момент этого союза? Наверное, на момент союза, мне так кажется. Нет, нет, не раскрывается. Хотя странно, я, подожди, я вижу твои юниты вон как ходят, Кри. То есть, по идее, то, что ты юнитами видишь, то и я вижу. На момент союза. То есть он, когда ты с ним заключал союз, он видел только, видимо, Магдебург. Потом он заключал союзы с другими людьми и открывалось еще больше территорий. Но не для тебя. Ребя, сколько у тебя городов? 5, что ли? 5. Блин, а чё ты влево не селишься? Ну, потому что ты меня начал справа поджимать, мне надо было что-то с этим делать. Продолжаем, Шарп? Виноваты все, кроме Рима. Нет, предложение. Ситуация. Разбираюсь. Теперь понятно, почему так Шиньян поставил. Мы просто было невозможно по-другому ставить города. Предложение. Карагент, мне сделку кидал, я отменил. Я тебе какой? А, значит, нет. Блин, пропустил код к каравану. Ну просто не успел. Ну блин, сейчас я захвачу Гуанчжоу и расслаблюсь. Насчет? В связи с чем? Ты, если ты что-то хочешь спасти, спасай. Я подожду. Тут же как бы уже все, нет? Все, я могу ходить? Ну, воином. Ничего, Рим мирит. Да, все, можно. Слушай, ну а ты город стер, очень обидно. Чё взамен можешь дать? Взамен тебе ничего не собираюсь давать, хотя бы потому, что я это все развивал, потому что ты мою историю подселил. Ну, у тебя войск меньше. В чем смысл мне давать тебе союз? Я тебя спрашиваю, хочешь ты или нет. Блин, ну мне так не хочется здесь театралку ставить, честно говоря. Шарк, ты поставил карточку? Кстати, а может... А, блин, я только не могу. Да.
Да, еду и производство. Может, я хочу, но как-то взял город, стер с лица земли и никаких. Просто он, видишь, он мне был ни к чему, я понимал, что я его не держу и обратно тебе его отдавать. Ну, такой себе удовольствие. У тебя слева еще фес, и на городов 5 место. Нет, здесь максимум города 2-3. В смысле, я вот на побережье вижу 2 между 3 городами, 4. Там, не, тут сейчас 1, 2, 3, 4, 5. У меня там дальше идет Норвегия и Норвежки. А, и чё, и как вы делиться-то будете городами? Тут, может, как-нибудь поделимся, ты за это не переживай. Нам главное с тобой здесь как-то границу обозначить, чтобы ещё раз случайно не что-нибудь себе молча. На счёт! Хочу каравеллу спасти. Готовы? А, ну, нет. Вот сейчас я загрузился. Да, насчет я не... Считать? Ну, я загрузился. Китай, ты загрузился? Да. 1, 2, 3. Чуть-чуть не успел атаковать дважды. Ну это было бы слишком жирно все-таки. Ну у меня там Виктор сидит. Ну я понимаю, но тебе ну два раза атаковать. Кстати, я бы мог успеть, если бы не тигр входил. Убил бы одну галерку, может быть. Ничего себе, вот так хованчики в тебя лежат. И это не экономический союз. Да, так у меня тоже к тебе самые крутые. Блин, я, наверное, буду... Караваны просто беспощадны, бесполезны. Да, блин, у вас там караваны по 40, по 50 гуляют, скорее всего. Что-то какая у меня там религия? Я могу покупать здания в кампусах и театр. То есть мне надо распространить, на самом деле. А я как бы... По 8 радует. Жизнь надо. Германия, а сколько у тебя городов? У тебя 3 города всего? Или ты на север пошел куда-то? Ты мне? Да. Там на севере нет места, там море. И тундру. Так, из Тубана у меня вообще бегают? Бегают. Из Сурабая бегают. Я с немцем разговариваю. Говорю, там нет места. Научные не дают бонус сюзерену. Можно. Поддерживаю. Чё насчет района? Я бы в пробку бы. Хотя подождите, Антананариву. Подождите. Я бы за культурные, что потому что там Антананариву. То есть тут научные-то такие, на там самом деле. Так, она по культуре врывается. Я бы против культурных проголосовал. Там Антананариву очень крутой бонус имеет. Так что я против культурных. Давайте промышленную зону бахнем. Согласен за промышленную зону. Я против. Опять эти дипломатические очки. Парни, против культурных, да, сети этих, и за промышленную. Я вообще за промышленность. Да, за промышленную против культурных. И минус 3 нуби. Не знаю, откуда он там уже набрал 6 очков. Больше раз ему дали, плюс 2. Нуби вообще не... 5 шоколадные халмы.
очень некультурная раса, просто берет и стирает с лица земли города. Кто бы говорил, стойли втихаря города ставишь. Слушай, ну я вообще не понимаю, как Кава... Давай ну, еще раз. Ты бы сказал бы, как, какой у тебя город? Что там втихаря ставлю? У тебя стольный... Мог... только Нубии под столицу поставил, так и мне тоже. Еще удивляются, когда с ним воюют. Два очка дипломатической победы Китаю. Так, Китай, стоп, ну, блин, ну. А, блин, я что, действительно еще один ход продержусь? Нет, не продержишься, но зачем юнит было мне убивать? Спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо. Это кто у нас полки, да? Кто там наигрался? Да. Это Алексей? Да. Я ухожу, спасибо за игру. Пойду в Old World поиграю. Давай, удачи. Сарказм от Лёши люди не сразу понимают. Лёша не Китай? Нет. Китай. Он... Теперь Лёша еще и Китай, да? О, плюс 4 здесь. Так, ну надо вырубать, строить кампус и покупать за веру все эти штуки. Слушайте, я даже как-то так и по науке не совсем в жопе. Китайцы, конечно, города просто никакие. Так, из Гуанчжоу давайте. Нет, библиотеку будем покупать. Так, мне надо распространять религию мою. Мечники в защите. Каравелла лечится. Это на автомате исследует. На автомате исследует. Лечится. Же похитит торговец. Еще один. Так. Блин. Ну ладно, тут мы покупать будем, когда я обращу. Верфь строим. Тут маяк. Разведывательное управление. И купим верфь. Не, вообще мне бы верфь купить, где она подороже будет. Побольше давать, я имею в виду. Так, это лучше через девяточку. Смотрите, видите, плюс 2, плюс 3, плюс 3. Плюс 4. Ну, вот тут я бы купил верфь.
Буратино телекомандато. Негодяй. Блин, там, где я хотел вот ставить. Чего-то. Кампус оказался уголь. Ладно, давайте сначала тогда здесь вырубим под кампус. Я ее поставил в пятом городе. Серьезно. Кракен. Вот. Я решил сейчас. Но она почему-то не понравилась. Там всего 5 ходов, что ли, было. Да, у меня 6. Сорокет, нифига себе. Вау. Норвежец предложение. Так, плюс священного места это мы оставляем. Ваши торговые пути к союзникам. Вот так пока. У меня просто нету времени всеми морскими юнитами управлять. Вот этого я не могу на автомат поставить, поэтому так им исследую. Так, стояночка. Тут мы купим универ. Тут надо будет кампус... Вот тут где-то, видимо, строить. Так, что мне тут надо? Оружейное вряд ли. Институт просвещения открою. Два банка. Пригород. Да.
Надо рабочих купить, обрабатывать. Очень много клеток не обработано. Плюс еще вот сюда надо город поставить. Тут еще куча плантаций можно сделать. Содержание юнитов. Скидка на улучшение нафиг надо. Боевым очень религиозным. Удовольствие в городах с гарнизонами. Вот это можно. Так, плюс 100 от священных мест. И, наверное, давайте плюс 100 от кампусов. Гавани как-нибудь потом поставим. Блин, я еще вот это бы, конечно... Но вот это больше дает веры, чем... Вот это, потому что у меня не так много городов с населением, да и... Так, 170. Ой, я что-то уже... Нет, я что-то не сделал уголь. Кстати, тут вот театральные можно вот здесь поставить. Блин, я ошибся тут. Немец, а что ты хочешь? То есть я просто вижу, ты копишь войска, я предвижу такое нашествие варваров. Я прав? Раш пикинеров или что? Я не знаю, что ты хочешь. Вернуть свою. Но не возвращается уже, все, уже вообще никак. Василия Блаженного тоже Канада построила? Давно. Чего он иди в топе лидера, там у Канады 200 науки, 200 культуры и куча веры, и просто... Канада под тобой, ты иди. 10 из 48. С пятью городами так много всего. Так, слушайте, ну там как-то что-то надо. Это же Канада. Давай дружбу Канаду. Я не знал, что ты подо мной. Извини. Давайте, наверное, шпиона. О, я рурочку могу. Давайте рурочку, надо строителя сначала тут вырубить. Не, я не понимаю, как можно играть вот с пятью городами? В чем секрет? Ну, секрет в том, что он в рост, а не вширь. Так как у него Канада, у него на тундре по куче прибыли. Вот я вижу, сейчас у него эти стоят катки. Каток дает 2 производства, 7 культур и 3 пищи. По-моему, жить можно. Это жесть. Я вот поэтому не понимал, почему он не был в будущей Германии и меня, как это не увидел. Это показалось, конечно. Они хотят хотя бы сюзерены
научных городов объявить войну Канаде, чтобы он не получал науку с них. Кубитум, например, чтобы Женева не давала науку Канаде. Шарп, ну, чтобы Болонья не давала. А? Наука у Канады не сильно высока. Там... В смысле? Ну он на уровне всех. Так, а так он на него упадет. Ну вам достаточно просто ему войну объявить, он же ничего не может сделать. Он на уровне всех нормальных людей. Чем мы дольше будем это обсуждать, то есть вам надо сначала ему кинуть обвинение. Я даже ему сам кину обвинение. Осудю. Хотя у меня там, по-моему, нету вообще. Ну, смысл в том, что, ребят, хоть что-нибудь там сделать, потому что у нас тут своя игра. С ребятами. Ну, просто это нормальная тема, объявить ему войну, чтобы он не получал науку с этих городов-государств. У него там по 6 послов сидит, то есть... Я думаю, можно даже уполовинить ему науку вполне. Норвежец осудил Канаду. Все? Больше никто? Ну, я боюсь. Ну тебе и не надо. Ты не союзник научных городов. Кто там вот у нас? Ашан уже Болонью перекупил, да, хитрюга? Хая Грива. У него он вообще не знает про этот город-государство. А, ну да. Скажите, кого брать? Ну, похоже, он сейчас будет меня это самое. Вот зачем ты? Этот... Ребят, подскажите. Намерением выслана дорога в ад. Скажите, пожалуйста, кого, как качать вот оптимальный билд? Я про губернаторов. Я не понимаю. То есть тут и времени разбираться нет вообще. Ну это ж нету такого оптимального билда. Зависит от ситуации, от городов, что тебе требуется в городах. Я знаю, что за пингалы всегда берут науку, потому что в смысле культуру. Ну ты посмотри, что здесь пингалы нету культуры в этом CPL моде. Я вот, я вот уж, ладно. Культура умок. Вообще-то у пингалы по дефолту и то берут. А в зависимости еще культуру или науку, ну как бы зависит от того, если я, например, играю за цивилизацию, которая культурная, то есть, например, за Грецию. Что мне брать культуру в пингалы, если я буду сейчас в театралке строить, у меня не будет науки. Да, это согласен. Немец, давай дружить. Давай, отдавай Кёльн назад. Он уже там тысячу лет, он уже все там уже римляне, понимаешь? Там уже разучились говорить на немецком. Я считаю несправедливым так над людьми издеваться. Так, надо ресурсами поторговать. У меня 2 гипса, 2 шелка, вот слоновая кость с мапуче. Странно. Написано, один-то, видимо, из городов государств получаю. Мапуче предложение. Да, у нас. Так, хочу только это, тебе остальное не нужно? Да, у меня просто нечего тебе предложить, остальное. А, ну да. Красиво.
Так, а что тут, тут плавает? Мечник у меня. Франция, предложение. Так, пройдемся по городам. Тут рост культура. Тут рост производства. Рост. Так, ну там, я так понимаю, Канада в культурную победу валит. Крия, ты можешь больше союз с Канадой не заключать? Я с ним только заключил. Раз. Мне кажется, Канада в самолеты выходит и вообще собирается забирать. Нет, Канада собирается побеждать культурой. А, да. Ну, на науке у нее тоже как бы. Ну, я поэтому и прошу объявить войну Канаде тех, кто союзит научные ГГшки, в которых есть послы Канады. Англия, да, я очень тебе настоятельно рекомендую Болонью снести. Потому что они дают очень много Канаде очков великих людей. Она дает. Либо перекупать ее как-нибудь. Это у всех висит, да? Нет, я просто еще не закончил ход. У меня был рассинхрон. Ну, не так много. Германия не берется это мечниками, там механика такая, что если есть разница в атаке, там 10-15, это просто дохрена. И блин, ты будешь просто тупо убиваться. Об стену. Вот. Так что. Может, мне посело здесь сделать пока? 4 хода, не, это долго.
А почему Англия, если Франция? Ну, Франция, сорян. Я постоянно путаю, когда это в игре. Медич. А Леонора, когда в игре. Мы с тобой дружить будем? Так. А что у тебя по юнитам? Какие у тебя юниты? У тебя цели есть? Откуда у меня бегают из этих китайских бывших? Тайюань и Гуанчжоу. Значит, Шэньян остался и Сиань. Красиво, я бы подружился, но так что-то это грустно. Ну, я просто уже не понимаю, как тут выиграть, на самом деле. Наблюдаю за ребятами нашими главными и понимаю, что, скорее всего, в этой игре победы не будет. Паровозик уехал, да? Паровозик, да, вот уехал. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!